Приветствую всех на своем канале, меня зовут Алевтина, но вы можете называть меня Тина, и это мой летсплей по Майнкрафту. Приятного просмотра! Сейчас я быстренько покажу вот этот вот шикарный мост, который в прошлой серии построил Денис. К сожалению, это, по-моему, не вошло в видео, потому что это было за кадром, когда мы просто играли на этом серваке. Но и есть плохая новость о том, что тот же самый Денис спалил третий этаж моего дома. Но он починил его. Конечно, есть небольшие помарочки, но я их потом обязательно сама исправлю. Также за кадром я сделала себе фулл алмазный сет. Вот какие чары есть на моей броне. Вот защита и легкость. И я зачаровала свой фуловый, но, к сожалению, фуловый не по прочности, железный сет. Тоже тут хорошенькие такие чары разные есть. Ну и, естественно, свои орудия я тоже зачаровала. Вот. У меня было 51 алмаз, сейчас у меня 27 алмазов, поэтому как-то вот так вот. Но алмазную броньку я не буду носить на повседневке. На повседневке у меня будут железные. И то же самое будет с алмазным мечом. Спросите меня, почему. Я вам отвечу, потому что эту алмазную броню я, пожалуй, припасу для дракончика нашего Эндер. Чтобы потом ее так чих-чих-чих замочить. И вообще все будет очень-очень круто у нас. Еще у меня есть еда, много еды и железо. Я бы хотела сделать наковальню. Для наковальни нам нужно 3 железных блока и 4 слитка. Я, честно говоря, не знаю, хватит или нет. Но, судя по всему, нет. Да. Ну ладно. Раз. И не хватило. Нужно еще железо. В таком случае я пойду за ним, опять же, вне серии. Вот, потому что не хочу идти на серию в шахте, учитывая то, что мы очень долгое время пробовали в шахте в прошлой серии. Так, у Дениса здесь тоже железа нету. Это очень грустно, но ладно. Значит, сделаем наковальню в следующей серии. И почему я хотела ее сделать? А, у меня есть еще железо, Почему я хотела ее сделать? Потому что я бы хотела сделать себе вот эту радужную овечку. Идеально, 4 осталось железа. Это наш день, это просто наш день. Вот моя наковаленка. Бинго. И как я уже проговорилась, я хочу сделать нам с вами овечку. И, по-моему, она называется вот так вот, Джеб. Чик. И давайте посмотрим, что же у нас случится с нашей овцой, если я назову ее Джеб. Я надеюсь, что я не прокакаю бирку, но даже если прокакаю бирку, ладно, переживу. Ой, у меня овца сбежала. Пусти меня сюда, ну пусти. Пути меня, пути. Чик. О, она радужная, боже мой, я не прогадала. Посмотрите, какая просто крашка, няшка, няшка-крашка. Мама родная, вот это я понимаю, крутяк. Так, пожалуйста, выпустите меня, милые дамы. Та розовая овца куда-то сбежала. Овца, давай возврат на родину, дайте мне, пожалуйста, семечко. А, тю, у меня тут рядом огород, а я куда-то непонятно куда за семечками лезу. Действительно, зачем мне вообще этот огород сдался? Так, сейчас мы приманим нашего побега человека, который сбежал. Правда, этот человек это овца, ну да ладно. У меня тут так много, нужно от них избавиться. Давайте немного их тут чуть-чуть вот так. Чуть-чуть. Так. Мне интересно, а что будет, если скрестить ту овцу радужную с другой? Давайте-ка мы с вами проверим. Я надеюсь, что она не потеряет свои возможности. Так, овца. Джеб. А Джеба нельзя покормить. Или... Стоп, они вообще не хотят кушать? А, нет, хотят. Вот, Джебом покормили, и эту покормили. И кто у нас вылупится? Розовая овца? Белая овца. Джеб, ты что-то какой-то слабенький ты. Ну, ладно. В общем-то, у нас с вами теперь есть Джеб, есть наковаленка. Это, на самом деле, круто. Очень даже круто. Предлагаю немного покушать. И я бы хотела
Я бы хотела... Опа, торговчик. Торговчик, торговчик. У меня есть эмеральдики. Эмеральдики, что ты мне за них дашь? Да, очень много всего полезного. Маленький твердолист. Ого, даже не знала, что такое Майнкрафт есть. Ну ладно, фиг с ним. Я бы хотела сделать коврики. Да, или флаги. Давайте смотрим, что нужно для флага. Спасибо. Так, нужен флаг. Ладно, это сильно сложно, потом буду с этим разбираться. В таком случае для таких тупеньких, как я, достаточно сделать просто коврики. Для этого нам нужно вот это вот все добро. У меня даже есть, по-моему, шерсть. Да, у меня очень много шерсти. Даже, может, красители мне не нужны, зато у меня есть шерсть. И сейчас я сделаю себе очень-очень много ковриков, чтобы они были везде. Я хочу коврики. Чик. Красный коврик. Давайте сделаем себе много голубеньких ковриков. Или нет, или красных. Давайте, наверное, красные. Вот, будем модные такие. При входе я поставила, здесь как-то не очень. Я бы еще красную дорожку. Тут тоже не очень. Можно здесь вокруг кровати. Давайте уберем вообще вот эту вот синюю кровать. Вот. Вот так уберем. А эту переставим. Сейчас синюю кровать нафиг. А это моя кровать. Но я не хочу, чтобы она у меня была вот такая. Я хочу, чтобы она у меня была бирюзовая. Мне нужна бирюзовая кровать. Зачем мне вот это вот? Вот это вот. Вот, отлично, голубенькая. Я тоже беру оранжевый цвет, но под мой скин подойдет бирюзовая. Чик. И розовые хочу коврики. И такие коврики тоже хочу. Так, давайте мы сделаем здесь типа такую клеточку. Сейчас забабахаем. У нас будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И нам не хватает ковриков. Ладно, у меня есть еще краситель. В чем проблема? Нету проблемы. Тинг, 6. Тинг, тинг. Собака, уйди отсюда. Уйди отсюда. Я не помню, как я назвала. Ладно, у меня была давняя мечта назвать свою собаку Синема. У меня даже была в Майнкрафте собака Синема, поэтому это будет собака тоже Синема. Вот. Сюда. Сюда. И тут я поставлю, наверное, деревяшку, потому что как-то оно некрасивенькое. Сейчас, у меня есть дуб. Есть, так, давайте, наверное, так, нет, вот так не по фэншую. Полублоки сделаем просто типа так, тик-тик, вот, идеально, просто, вы видите, это шикарно, мне очень нравится. Можно вообще весь этаж заполнить такими ковриками, но я не знаю, насколько это практично будет. Даже не знаю, как еще сделать. Все. Это мое логово, сюда можно только мне. Больше сюда никто не зайдет. Это моя кровать. Ладно, шутки, не надо нам сюда. Вообще, я видела, как делают, типа, сейчас покажу. Вот, типа, вот прям вообще, чтоб... Ой, у меня в доме тут дыра. Дырища такая. Делаю так, 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 так. Так, вот. А потом берут, и вот, допустим, я сделаю себе вот так вот. Я считаю, это кайф. Правда ведь? Ложе мое такое. Окей, пускай будет так. Надо еще что выложить. Вот, полублоки эти выложим и заберем деревяшечку. Вот, отлично. Мне нравится. Меня все устраивает. Спускаемся вниз. И, боже мой, что это за блок такой? Ужас, ужас, ужас. Ладно, пускай валяется там. Спускаемся вниз. И вообще я хотела, чтобы у меня здесь где-то был стол. Но его тут нету. Плохо. Плохо, плохо, еще раз плохо. Я не знаю даже, куда эти коврики постелить. Или, может быть, их не надо стелить. У меня еще красное здесь есть. Давайте сделаем красную дорожку. Вот. Это
отпускают. У меня есть теперь красная дорожка в доме. Кайфовая. Вот, ну, наверное, все. Или можно даже сделать не просто красную, а с этими штучками почередовать. Вот так вот. Все, мы идем типа пиццу кушать. Или нет, мне что-то понравилось больше, когда как красная была просто. Тик-тик-тик-тик. Тик. Отлично. Вот, все. Вот так вот. Шикарно. Мы с вами просто модели. Или давайте вообще еще вот так вот сделаем. Сейчас я ищу. А, у меня уже нет шерсти. У меня уже нет шерсти. Это плохо. Ну ладно. Так, джеб. Джеб, уйди. Ты тоже уйди, овца. Или нет, давайте сделаем. Не так. А что из них шерсть не выпадает? Я не понимаю. Они крашены, из них шерсть не выпадает. Как так можно? Я просто не понимаю. Давайте мы сейчас сорвем цветочки. Вот эти вот, такой вот цветочек. И у нас будет белый краситель. И потом мы шерсть покрасим. Стоп, почему-то серый краситель. Окей, у меня есть кости. У меня есть кости. Так, надо не засырять это все как-то, каким-то образом. Окей, считаю, пшеница это достойно. Достойно, поэтому мы делаем вот так вот. И чик. Но. Ура. Бинго. Бинго, бинго, бинго. Не знаю, кстати, почему я сразу не покрасила в красный. Ну ладно, это логика. Это просто логика. Делаем так теперь. Тынь-тынь. Вот, у нас теперь красная дорожка. Но я хочу еще. Еще хочу. Вот там, где кусты роз, из них тоже можно сделать краситель, вроде бы, да. Давайте затестим. Да, можно, можно. А я всегда знала, что можно. Сюда, сюда, но надо еще. Надо много красного. Красный — это мощь, это сила. Тут у меня вот только мало. Мало красного, ужас. Ужас просто, ну как так можно? Бежим по железной дороге моей. Ну норм, норм, кайф. Просто, о, вон я вижу куст. Вот куст. Тинг. Тинг, тинь-тинь. Так, есть теперь. 2, 3, 4, 5, 6. И еще не хватило. Я злая, ладно. Давай все равно этот куст рос, потом я себе какой-то цветок сюда всуну. У меня все равно тут... Эй, он не хочет уходить. Но я его все равно заберу. И ты... Ой. Промах, малеха. Тынь-тынь, тынь-тынь-тынь. Все, отлично. У нас есть теперь с вами красная дорожка. Мы даже вот так вот сделаем. Нет, мне так не нравится. Все идеально. Вот ты просто ты идешь, и ты идешь по красной ковровой дорожке. Я считаю, это просто шикардос. Такой шикардосный. Такс. В принципе, как-то так. А еще желательно найти пластинку, потому что у меня теперь этот... Я сбоку называется. Короче, эта штука. Да. В принципе. У нас еще есть много-много времени. Я предлагаю вернуть все на места. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. И что еще? И вот это. И вот... Нет, это не сюда. Я ж могла тебя убить, дурачок. Боже мой. Это просто грех на душу убить собственную собаку. Как так можно? Я одну уже в прошлой серии убил. Кровожадная, я тоже знаю, да. Так, о, у меня тут были цветы, оказывается. Ну ладно, я предлагаю сделать вам еще ферму адского нароста в этом видео. Вот, да. Потому что у меня ее нету. А мне она нужна. Только я не знаю, растет ли адский нарост тут. Может быть, ему нужен специальный подвал? Я не знаю. Я не знаю, зачем мне подвал. У меня есть большой роскошный второй этаж. Но я тоже не знаю, как сюда посадить адский нарост. И где это сделать? Может быть, кто-то знает? Я лично не знаю, куда его посадить.
У меня здесь такая вот штучка. Я не знаю даже, зачем она мне тут нужна. Я не знаю, куда посадить адский нарост. И тут не посадишь, тут моё ложе. Чисто я и адский нарост. Вы представляете это зрелище? Такс. Думай, думай, Тина, думай, думай, думай. Давайте мы сделаем... Я не знаю, что мы сделаем. Я придумала. У нас тут прямо в доме будет ферма адского нароста. Нет, ну что вы хотите? Вот у нас рядом как раз есть это зельеваренье. Да. Так все и задумывалось изначально. Это такой план. Нет, это, наверное, приборщило. Вот. И вот так вот у нас будет ферма адского нароста. Нет, ну а что вам не нравится? Меня все устраивает. Абсолютно все. Абсолютно ли. Давайте еще даже вот тут. Все. Шикарно. Просто шикарно. Меня все абсолютно устраивает. Нет, мне это не нравится. Убираем это. Убираем. Отбой, отбой. Так, не-не-не, чел, отбой. О-во. А вот так вот. Шикардос. Просто шикардос. Ну а на этом моменте эта серия подходит к концу. Большое спасибо вам за просмотр, особенно если досмотрели эту серию до конца. Если она вам понравилась, то... Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте написать комментарий и нажать на колокольчик. Для меня это очень-очень важно. До новых встреч и всем пока!